доложить о готовности к выполнению сигнала «Миротворец». Украинская сторона отказалась отводить свои подразделения занимаемых позиций. Зеркального отвода не получилось. На 16 часов, если вы помните, начиналось все с 15, на 16 часов миссия ОБСЕ подтверждала, что вооруженные силы Украины оставались на своих местах. А остальной отчет миссии ОБСЕ они смогут, вы увидите в их отчетах. На данный момент принято такое решение. Украинская сторона сорвала отвод по Минским договоренностям.